Mitsubishi L200. Меняем передние сиденья на более комфортные. Вынули штатные сиденья и вместо них ставим сиденья от BMW 7 серии, как максимально комфортные. Вот правое уже, можно сказать, на своем месте стоит, левое еще нужно подогнать. В этот Mitsubishi L200 мы установили передние комфортные сиденья от BMW 7 серии, стилизовали их под дизайн этого автомобиля. Посмотрите, как красиво в целом получилось. Вот как достойно эти сиденья выглядят внутри автомобиля. Все оригинальные функции управляются со штатных органов управления, которые раньше были в этом BMW. Здесь есть и массаж, и вентиляция, и заламывание спинки и сидений в районе лопаток, и выдвигаются подколенные опоры. Все по максимуму, все как хотел владелец, для того чтобы в его автомобиле было комфортно ехать на любое расстояние. Аналогично и со стороны пассажирского сидения. Все по максимуму, все в одном стиле, все комфортно, удобно. Ну а вот как это все сзади выглядит. Гармонично, эстетично. Очень даже интересно.